Итак, дорогие друзья, всех приветствую. Продолжаем выполнять дополнительные квесты. По поводу, ребят, я уже говорил, в принципе. Ну, еще раз. Ну-ка, что они там? Стритинь. Два корефана, товарищи, о чем общаются, слышали? Короче говоря, по поводу выхода серии, имейте в виду, будет небольшая задержка, там 2-3 дня. Так что, ну, то есть, не обессудьте. Также насчет коммитов, если кому не отвечаю, там, у меня даже не было времени еще посмотреть по прошлым сериям, там, почитать. Но, так что, все, ребят, как бы, поймите все правильно. Давайте дальше, что мы? Ну, по порядку, наверное. Все будем делать по порядку. Что, в любом случае, раз мы взялись тщательно проходить данную игру, да, подробно все квесты, там, все эти знаки вопроса, и вообще, да, тщательным образом, то, соответственно, по порядку будем двигаться. Там, правда, такие уже квесты, да, 6-9, но все равно интересно. Сами хоть квесты посмотрим, что из себя представляют. Шевелись, правильно? Папа. Все, падение дома Редоран, деревня Залипье, двигаемся туда. Кстати, в этом Залипье там еще квесты. Мы сразу сейчас двух, может быть, даже и трех зайцев убьем. Ну, посмотрим, какие там квесты есть в этой деревне, да? Возьмем этот падение дом Редоран квест. И еще там, я помню, брал, по-моему, на заказы какие-то, да? На чудовище. Так что вот такая ситуация, ребят. Пока так. Серии будут выходить. Ну, я, в принципе, уже много раз это говорил. Но все равно думаю, что стоит еще раз повторить. Потому что мало ли там что. То вы опять подумаете, там пропал или еще что-нибудь. Вот так вот у нас канал, видите, ребят. Это я уже говорил, то есть не основное мое. Там я понимаю, кто штампует серию, скажет, как же те. Ну, тем, естественно, он занимается этим вплотную. У него это, ну, допустим, если брать там разных других обзорчиков. У него это хлеб насущный, он днями дома там торчит. Не то, что торчит, просто сразу же недели, допустим, у него есть свободные. Он штампует, как я уже говорил, да, как робот. Все серии нахуячит, блин. А потом просто выкладывает и все. У меня так, ну, то есть я уже говорил... Повторяюсь, нет времени у меня так штамповать. Ладно, все. Настроились теперь на игру. Это я вам просто в курс дела еще раз ввел, чтобы не переживали. Ищем, кого мы ищем. Квест, да, падение дом Редорана вначале возьмем. А потом, ну еще тут есть, я точно помню, ребят, 2 или 3 мы квеста здесь в этой деревне есть у меня. Что просто там надо... Ладно, слушай. А вот погляди, что мне этих пришлось пережить. Заказах на чудовище посмотреть. Так, что пережить? Давай, бабуся. Крова лишает. Да сейчас все разрулим, миссы. Я ведь родилась дочкой дворянина. Представь, так бабусе сказать, да? Вся усадьба мне и брату принадлежала. Ну что ж ты, брату принадлежала, а что с братом? Как-то раз сейчас поможем, бабуля. Оказался в наших лесах заезжий охотник. Мы с старым людям помогаем. Я вышла за него. Когда мы с ним собрались уезжать из имения, так брат на меня до того разобиделся, проститься со мной не вышел. А вот теперь, спустя столько лет, вернулась я в эти края. Брата нет, а люди говорят, что в старом доме завелись чудовища. Ну, по чудовищам я спец. Я мог бы заняться этими чудовищами. Ты ведьмак, так? Обычный человек не стал бы предлагать помощь с такой охотой. Так обычный и не справится. Все равно, лишь с чудовищами-то только ведьмаки у нас работают. Дом находится к востоку отсюда. Возьми ключик. Как разгонишь чудовищ, ключом этим откроешь шкатулку с моими сбережениями. Ага, они твои. Еще и шкатулочку там поискать придется. Да? Уж поверь. Ну, ты мало не мало, я думаю, там и немного. По нашим меркам, да, уже при нашем а уровне. Будет нужно, что смеяться, что там немало. Продать. Хорошо, я бабуля, знаю, я тебе вообще эти награду... Не работаете. Да что даром не работаю, я тебе, бабуля, эти деньги подарю. Там, наверное, я больше чем уверен, 6-й уровень, сами понимаете. Там много не будет, 100, если будет, крон этих. И то навряд ли. Ну, посмотрим, ладно, не будем загадывать. Может, там падение дом Редорана целый там на час
квест, да, какой-нибудь затяжной. Тут не важно, шестой, не шестой уровень. Вы не обращайте внимания, кто первый раз сталкивается с игрой. Квесты, видите, какие увлекательные, насколько проработаны тщательным образом разработчиками, да? Диалоги, все вот эти персонажи. Поэтому тут недооценивать не стоит. Падение дома Ридорана. Может, какой-нибудь там рыцарь, да? Бывший, да, ну как бы. Ну не рыцарь, она же рассказала. Так, давайте еще, кто мне, заказ у меня по любасу был, я брал с доски объявлений, я точно помню, какой-то заказ на чудовище, надо просто поспрашивать. И не один, по-моему, в этой деревне. То есть это, что я хотел еще вам сказать? Что же я хотел что-то интересное сказать? А, вот, смотрите, какой-то чудак, вот, видимо... Так, я пришел насчет заказа, видите, как я же говорю, сразу двух зайцев убью. У вас здесь, кажется, кто-то разрывает могилы? Ага, ну-ка послушай. На погосте то и дело какая-нибудь гнусь заводится. Выжжет что посвежее и уходит. Недавно вот снова началось. Думал я, только бы после заката не выходить, да двери закрывать покрепче. А потом ребятенок пропал. На кладбище? Не, из деревни. Тайтус, маленький совсем. Сам бы он сюда не пришел. Вот, а видите, детеныш... Будто скулит кто-то. Малыша найти надо. Ты не вышел проверить, что случилось. На кладбище, может, какие-нибудь призраки, духи там. Супротив чудовищ, ведьмака надо было. А, ну или чудовище там, ладно. Ну давай награду-то мне накидывай. Поговорим о награде. Не знаю, зачем я действительно с ними торгуюсь, у нас денег. Не, ну на 300, в принципе, 50 мы поднимаем. Как зачем? До 300 все. Ну, конечно, да, с такого свелена, да, я тоже. Это мы, кстати, получалось у нас 300 снимать. В принципе, я помню, как-то снимал, да, у нас где-то на Скеллиге или где-то, я помню, брал. На Виграде там народ побогаче, да. А здесь-то, договоримся, ну давай, чуть-чуть разбавим. То есть где-то мы брали с вами 300, мне получалось, даже больше, помню, да? Просите вы многовато, но чую мы с вами договорились. Ай, ладно, короче, давай, все. Короче, это, да, кладбище цена малыша, детеныша, ребенка какого-то похитили, понимаю. Да, на кладбище какое-то чудовище засело. Я проверю, что делается. Мы знаете сейчас, как сделаем, ребят? Давайте посмотрим, как... да, заботы могильщика. Посмотрим, какой квест ближе, да, и начнем с него, то есть двух зайцев убьем. Сразу пачками будем выполнять квесты, что там по одному делится нам, да? Вот, заказ могильщика где? Смотрим, если где-то рядом, во, смотри, вообще 5 метров. Но там, может быть, еще цепочка поведет. И знаки вопроса. Мы что же исследовать? Как много. Видите, да, везде этих знаков вопроса. Вся карта, кстати, ими забита. Я так посмотрел отдельно. Там их немерено. Если мы все будем объезжать, это точно на 10 лет игра затянется. Ведьмак. Все уже там будут Ведьмак 7 проходить. А Трофим все Ведьмак 3. Не, ну зато так, как мы, никто не будет проходить. В каком плане? Ну, настолько тщательно. Понимаете? У нас-то вообще будет тщательно прохождение. Прям вообще все будет, да? Так, смотрим, где это? 10 уровень. Отправиться на кладбище, да? Не, можно, знаете, как штамповать серии? Как вот все делают. Я, видите, подробно все тщательно и как двигаюсь, не спеша, видишь, как бы я прохаживаюсь, не бегаю по игре, да? Это что же как бы время? А можно просто вырезать половину. Вот сразу взяли квест, вот это все вырезать и включить только там, где уже какой-то интересный момент, потом опять вырезать. Но я что-то так не люблю. Мне кажется, очень многое теряется. Вкус сам игры, мне кажется, очень многое теряется. Все это быстро, в попыхах, как вот большинство снимают. Мне кажется, все-таки так более атмосферно, согласитесь, ребят, чем вот так вот вырезать все. И в итоге только интересные моменты оставлять, я думаю. Ну ладно, посмотрим. Там, конечно, если... то есть, видно будет, да? Чуть дальше, когда уже пройдем, уже более или менее все ознакомились с игрой, да? Уже когда еще там, ну то есть... Дальше еще погуляем по Верину, потом еще дополнения пойдут. Может, так и будем делать. Да, вот знаки вопроса посетим где-то наверху еще. Так, ну давайте осматриваем. А вон вышка, да? Там что у нас? Какие-нибудь бандиты засели, 100%. Да, вон, смотрите.
Там у нас какой-то проезд, наверное, на кладбище. А здесь? Здесь кто у нас? Ага, лагерь бандитов. Ну давайте сразу зачищать все это. Всю эту шантропу. Кстати, у меня плакальщик. Помните, мы в прошлой серии получили плакальщик. За 500 взял я этих. За 500 золотых мы нарастили, да? Попробуем сейчас его, давай. Маслицом смажем. Бандиты, кстати, вы не обращайте внимания. 6 уровень. У нас же стоит с вами, подключил я автоматическое усиление противника, независимо от уровня. То есть они меня все равно с одного удара будут убивать. При нашем уровне. Неважно, хоть у меня там 30. Потому что автоматическое усиление таким образом, как бы, противников. Чтобы, ну, вообще жизнь малиной не казалась, разработчики так сделали. Как бы автоматическое усиление уровня. Понимаете? Поэтому у нас все это подключено. Так, подожди, откуда? Что у меня арбалет-то стоит? Зачем он у меня стоит? Так, вот этого. Вот ты, этот с секирой двуручной, да? Вот мне такой секира нужна. Слышь, бедал, ох ты, как мне это, все, привыкнуть не могу, люблю, он как он их разрубает наполовину, да, очень это эффектно смотрится. Я, знаете, что не могу понять, что они и сделали вот Герри так же, смотрите, какая у нее секира мощная. Мне бы на скеллиге просто она бы вообще прокатила бы, да, северные земли, суровый край, ух бы мы там наворотили дел. С такой секирой я посносил бы им всем черепундили. Так, лучника, луч. И с лука не стреляет, тоже минус, да? В том же Скайриме, вспомните, как с лука можно классно работать. Вообще лучника прокачивать там моментально. А вот этот Sky мод, помните, я вам говорил, Sky UI мод, который еще ветки дополнительные добавляет на прокачку. Вообще, ну, то есть очень много. Ну, когда будем проходить через года два, может быть, до Скайрима доберемся, ну, может, пораньше. Потому что у нас Обливион же еще на повестке. То есть Обливион там это стопудово. Потому что он у меня уже готов, я уже говорил. А он нафарширован всеми модами, какими нам надо с вами. Там и построение квадча, да, я рассказывал уже. И там усиление, там всякие геймплейные моды, там добавляющие, квестовые есть, и броню, и мечи. И, короче, тоже без худа будем, без всего играть. Там я, ну, знаю, как убрать худ, короче, убрал. Кое-что ручками, а кое-что с помощью программы. Можно полностью вот так же, вот, с чистым экраном играть в Oblivion. Представляете? Ну, в принципе, так же и в Сталкере мы играем. Да вообще во все игры у нас так. Вы уже должны привыкнуть просто к этому. Мне кажется, так, как в кинотеатре вы смотрите, атмосферно все, да? ВОЗ, три, ребят, там кто-то бегает, что-то шевелилось. То есть, понимаете, чем мы займемся в будущем? Да и к Сталкеру вернемся, тоже не переживайте. Я же не прямо вообще его забросил. Кто думает, прям, что я прям вообще что ли не буду проходить? Ну, не скоро еще, конечно, пока. У нас Dead Space, я же говорил, все три части будем двигать. Ведьмак-то это само собой, Ведьмак основной. А Ведьмак это самое основное прохождение. А Dead Space, все части будем также проходить, потому что Dead Space мне очень нравится. Игра просто класс. Великолепная игра. Во всех отношениях причем, хочу заметить. Конечно, есть там свои нюансы, недостатки, но я на эти недостатки, в отличие от других, стараюсь не обращать внимания, потому что нет идеальных игр. Везде что-то можно найти, да? Гули и собаки не похищают людей. Так, тихо. Ага, гули и собаки не похищают людей. Ладно, все, отвлеклись, давайте осматривать. Гули и собаки не похищают, ты правильно заметил. Давай сейчас входим в транс, ведьмачье чутье, и будем осматривать. Вон, смотри, Гера, что-то я увидел. Копали без инструментов. Ага, без инструментов. Гады такие. Гробокопатели, какие-нибудь могильщики тут, да? Но зачем им ребенок с другой стороны? А может быть, дух, призрак, прикормите меня младенцем, и я открою вам дары дома Ридоран. А, ну это не Ридоран квест. Ну, неважно, какого-нибудь дома, там, перстень маховиста. Какое-нибудь там сокровище, да? И они его прикормили, своровали, допустим, младенца, да, в деревне у нищеброда. Чего там нищеброды, они тут все
Как бы помните, мы ублюдка младшего, когда убивали, ублюдок младший воровал там девочек и насиловал, извращался. Плюс ко всему прочему, так тихо. Разрытая могила. Может, и они так же. Воняет старым трупным ядом. Ух ты! Интересно, куда меня приведет этот смрад? Старый трупный яд, разрытая могила. Так, ну трупный яд куда-то вообще за территорию ведет. Давайте-ка, пока мы не будем шелестеть дальше, да? По запаху двигаться. Вынюхивать ты, Гера, будешь чуть позже. Давай-ка мы осмотримся, вообще зайдем в этот обитель. Не в обитель, в смысле. Посмотрим внимательно все. То есть это, на чем я, что я вам там рассказывал? По поводу этого, да? Ну все, иными словами, и сталкер тоже будет, но не скоро. Просто я имею в виду, что... да, тут что-то вообще тишина, да, пока. Ведьмак основной, Dead Space и 300 пудово. В первую очередь, мне все нравится. В этой игре там можно вообще такая напряженная, такой экшен, да, можно сказать. Постоянно ты в напряжении под адреналином находишься, когда двигаешься в Dead Space на тяжелом уровне. Ну, то есть на харде, да, постоянно, то есть и за плазмой там следить и так тому подобное. И, соответственно, все части будем двигать. Да и страшная она игра, хоть мы там и веселимся, байки всякие траем, но все равно она страшная. Очень страшная игра. По идее, это и есть же хоррор, да? А какой жанр у Ведьмака? РПГ это понятно, типа как с открытым миром. Но это все равно больше как бы, типа тоже такой с открытым миром огромный экшен, да, можно даже назвать Ведьмака. Ну, если так вот. Как бы это, совместно с РПГ. Тут очень много экшена, конечно, в этом игре, в этой игре. Так, а вон стрите, ребят. Чё там за мутант? Копошится, а? Но нам не туда, видите? Нам дальше надо двигаться. Прыгаем тогда. Да, и на эти, как их... Ведьмачьи бусеты уже тоже начинать. Ну вот, в эту серию давайте, знаете как, уже выполним два этих квеста, да? А в следующий уже у нас за 20 уровень, по-моему, там 21, да? Будем уже выполнять... Ну, то есть поищем еще улучшение на школу кота я хочу. Все-таки она меняет внешний вид, если ее улучшаешь. И показатели получше становятся. Да нам вообще голиком можно ходить, вы чё? Геру тут попасть в меня не могут мечом все эти, блядь, бандиты. Заметим, как наловчились с вами, вообще лихо всех их рубим. Ему броня-то и не нужна, можно мне шортики одеть и тапочки. Место для логова довольно необычное. И рубить и ходить всех этих сволочей. Ладно, всё, смотрите, дом какой-то нашли. И тут тазик окровавленный, видимо. Если это создание умеет пользоваться инструментами, то разумное. Разумно. Ну-ну, давай посмотрим. Что-то здесь готовят. Это похоже детская берцовая кость. Ой-ой-ой, ребят, ребенка, смотри. Так это нифига не бандиты, как я, мародер. Магический круг из черепов. Благодаря ему монстр черпает энергию из места силы. Это должна быть кладбищенская баба. Вот он, баба-яга. Из черепов она почувствовала себя настолько уверенно, что стала заходить в дом. Короче, детеныша сварила в котелке, ребят. Если жальница! Ей придется пойти за новыми на кладбище. Там я ее и поймаю. Ага, великолепно. На кладбище выхватим жальницу. Короче говоря, кладбищенская баба. Разозлит. Осталось подождать ее ночью на кладбище. А вот, черепа кладбищенская. Короче, сварили ребенка. Плохие новости у меня для этого нищеброда. Сварила заживо, баба подпиталась, да, детем. Да, конечно, страшная история. Ну-ка давай-ка почитаем, что за жальница. Ну, это кладбищенская баба, мы уже изучаем, но все равно интересно, да? Так, обычно кладбищенские бабы редко нападают на людей, предпочитают питаться гнилыми останками, которые выкапывают из могил. Однако некоторые со временем становятся столь смелые и наглые, что начинают
пробираться в хаты, воруя детей, убивать стариков. Такие чудовища терзало жителей Залепия. Ведьмак знал, что бой с космической бабой будет непростой, что придется остерегаться ее мощных когтей, способных пробиться сквозь любой блок ее длинного ядовитого языка. Кроме того, Геральт прекрасно понимал, что даже рефлексы мутанта не всегда могут предупредить молниеносные атаки космической бабы, и что положиться в грядущем бою он сможет только на знаки Ирдов. Я просто далеко лежу, я ж лежа играю. Черная кровь! Да ну, еще и черную кровь. У меня есть, кстати, черная кровь. Куда там, блин, шестой уровень, еще и, блядь, эликсир употреблять? И вообще, курорт будет, да? С закрытыми глазами. Что там эта черная кровь? Давайте посмотрим, вообще она дает. Вот смотрите, почему эликсиры, если вот, допустим, его употребить, что он дает? Вот так, где он? Так, масло накладываем. Давайте сейчас найдем эликсир. Вот он, улучшенное тем более. Вампиры и трупоеды получают отравление, когда ранят ведьмака. Кроме того, их отбрасывает назад. Ну, видите, да, что дают эти эликсиры? Отравляем, во-первых, ее. Плюс еще и отбрасывают ее назад, когда ранят ведьмака. Ну, это вообще тогда лафа будет. Что там, если все это употреблять? Поэтому я говорю, ждем мощных боссов. Пока нам противника такого с вами прям, ну, то есть, чтобы мы вешались, не встречалось. Будем смотреть далее. Но я думаю, будет еще, будут такие мощные, по-любому. Это же мы, это надо сюжетные двигать, основные сюжеты, вот эти дополнения, там мощные бойцы по-любому есть. Сейчас пока, видите, мы как бы вроде более или менее, ну, то есть, все у нас на ура. Поэтому вот эта черная кровь, я не вижу смысла сейчас ее даже употреблять. Я думаю, мы с помощью масла квен возьмем там, и у нас есть огонь. Если что там бомбой, они все огня боятся, все эти бамбы. Не бамбы, а бабы кладбищенские, вот эти все ведьмы. Поэтому у нас есть великая красивая бомба под названием «Танцующая звезда». Ошпарим ее немножко и подрежем ее длинный язычок. Кстати, жальница язычком как-то она обладает. Ее можно, я знаю, ребят, вы мне писали, видите, какая у меня память, я все помню. Все комменты, так что это отношение к вам показывает, согласитесь ли, я помню все. Кто-то мне писал, что на контратаке можно шинкануть язык жальницы еще в первых сериях, я это запомнил. Хорошие советы запоминаю. То есть на контратаке как-то можно отшинковать прям язык, когда она его выплевывает, да, ну, допустим, как-то его стягает, будет жалить нас, да, мы аккуратненько ее шинканем. Ну, не знаю, конечно, в этот раз получится, нет, я, может, ну, то есть, будем ли вообще пробовать, как получится. Ага, вон она, Баба-Яга это, смотрите, ведьма, да. Ребенка на нас чикала, чикала ребенка. Твои черепушки, пусть себе свои накопает. Твои черепушки, пусть свои накопает. Видите, как у кареты? Так, погнали, могильщица. Ой, блядь, жальница, могильщица. Да это обычно. Во-во, язык, видели, да, свой длинный язык, языкастый. Длинный, очень длиннющий язык. Ну-ка давай еще плюн. Во, ух ты, нифига себе, там язычище. Целое жало. То есть зеленой слизью еще, да? Скажи, что умеешь. Опа! Так, стоп, нифига она у меня сняла, слушай, это жаль. Блин, я не хотел бомбу кидать, как-то у меня случайно. Ну и нам. Что-то как-то я забодал с этой бомбой, да, она, ну, там тормознула. Ну нормально, я хотел с языком поманеврировать. Еще будет возможность. Таких жадниц, я думаю, нам много еще встретится. Так, что там? Адандейт и трофей кладбищенской бабы. Сейчас посмотрим клинок еще, да? Да, эти клинки тоже, блин, что их там смотреть? У тебя такие клинки хорошие. У меня клинки мои, надо вообще школу кота опять вернуть. Все, попробовали плакальщик, то есть, что нам его? Обратно возвращаем. Зачем я их ковал? А то мы, у нас вечно какие-то другие мечи стоят. Зачем я ковал школу кота, что мы ими не пользуемся? Ребят, скажите мне. А? У нас стрити. Так, а что там трофей дает, сколько? Где? Так, за смертельный удар по человеку 5, ну, 5% ерунда. То есть это, что я там все, то, как бы, хожу с какими-то клинками непонятными, вам показываю. Вот, Адандейт.
Ну и чё, минус 22. Чё нам этот дейт ваш? Не знаю. Вот у меня меч школы... А, грифоновский я ещё таскаю. Меч школы кота. Его втыкаем и всё. Пусть у нас комплект будет. Хоть поработаем немного. А то мы что-то пробуем всякую... А, мы на Скеллиге начали все это пробовать. Там судьба, потом меч Хели. Хеля, помните, мне подогнал какую-то... Что же он мне там подогнал? Тоже какой-то клинок. Так, скушаем жареной свинины. Намахнем кайдвенского. Да? У нас целый супермаркет. Я все еще съесть не могу. Ну, не знаю, чем еще можно. Кайдвенский, свинина, рыбкой. Пару рыбок можешь, да? И отполируем еще бокалом. Два бокала кайдвенская, свинина и сушеная рыбка. Нормально пойдет. Под кайдвенская фрукты не пойдет. Это что, считайте, что пиво. Стакан огромный, бокал пива намахнули. Два бокала. Ну, это, считай, сколько там, 0,5 в лазии такой, да, допустим. Литр пива дюзнули. С этот, одну комбалешку сушеную замаламурили. И стейк из свинины один. Я, кстати, недавно себе брал пару бургеров со стейком. Классная вещь. Ладно, не буду сейчас об этом ничего. Зачем нам сейчас, да, это все слушать? Так, ну что, давай, я тебя, так сказать, опечалю. Я пришел насчет заказа. И что? Дело сделано. Эта кладбищенская баба разрывала могилу и похитила ребенка. А что с малышом-то? Ну что, говори. Ребенок мертв. То есть я имею... Да. Ребят, вы не подумайте, не стейк отдельно и бургер отдельно, а бургеры и стейка я имел в виду. Спасибо за помощь. То есть котлета сама, стейк, поняли, да? Прощай. И булочка. Ну и там все остальное. Как бы вместо котлеты обычной, которая в бургере, там стейк. Такие бургеры как бы есть. Ну у вас это везде есть они, у вас, я думаю, там в городах. Но у нас это процветает. Да. Я люблю такое дело. А еще, особенно еще какое-нибудь пиво там на разлив хорошее, качественное. Не бутылочное, которое всякая там ерунда, а хорошее. Взял там себе литр там два. То есть хорошего разливного, там нефильтрованного, классного, вкусного. Так, и наслаждаешься после рабочего дня. Так, ну что, падение дом Ридоран. Смотрим. Это нам куда? Это нам очень далеко двигаться. Вот что я вам хочу сказать. И правда, ну а что двигаться? Перемещаться не будем, а мы не переместимся там. Вот они, знаки вопроса. То есть по пути будем все чистить. Вот пока доберемся до этого дома Ридорана, зачистим все вопросы. Правильно? Логично? Логично. Поэтому нам нет никакого смысла перемещениями пока заниматься. То, о чем я вам и говорил. То, что можно там вырезать, все, быстро проходить эту игру. Так и проходится. Практически 80% обзорщиков так и проходят игры. Там по-быстрому чик-чик-чик-чик переместился, что не надо, вырезал. Только такие ключевые интересные моменты. Понимаете, в чем казус Белли? Так что имейте в виду. А мы будем все эти вопросики с вами чистить сейчас. Так, и как же нам с вами... Но она не будет прыгать, я знаю свою лошадку, она начнет там сейчас нос воротить, там, видите, она сейчас, мы будем полчаса затратим, пока я перепрыгну. Лучше уже давайте сами перепрыгнем, потом ее подзовем. Оба. Там какой-то мутант еще бегал. Слушай, а что он там охранял? Видели, да, когда мы по запаху шли? А, ну вот, наверное, он запах, ой, этот, знак вопроса, что ли, охранял. Что я уже не хочу спускаться, что потом надо будет обходить, подниматься. Видите, здесь где мы поднимемся? А, кто мне скажет? Ладно, давайте пробежимся. Я когда, знаете, вот сейчас что-то вспомнилось мне, когда в Skyrim сам играл очень-очень давно, при очень давно,
Я прямо так тоже ходил лошадку. Не только на лошадке ездил, а просто в лес куда-нибудь, знаете, по горам ходил, вот как вот сейчас Гера идет. Бродил, там все изучал, специально все там, ну, то есть, ну, он же как бы там интересно, открываешь локацию, да, и, соответственно, надо обязательно по миру двигаться, чтобы какие-то новые локации, пещеры там открыть. Очень уж мне нравились в Скайриме пещеры. Гораздо, кстати, вот если сравнивать, пещеры в Скайриме мне больше нравятся, чем здесь. Гораздо там увлекательнее. Так, тихо. А, бандиты! Ах вы ж сволочи. Ну ладно, сейчас мы будем с вами бодаться. Блин, вот это еще придумали, как на лыжах, да? По горам он скатывается. На скейтборд, да? Ой, скейтборд. На сноуборд. Раз скатился с горы, стрите. А, ну сейчас не получилось. Ну увидите еще. Да что, вы в принципе это уже видели все много раз. Херач! Да какой там херач? Ребят, вам, видимо, не судьба сегодня захерачить. Хотел я им этот взорвать, это, ну, то есть бочку видели. Ну давай так взорвем ее бомбой. Так, у них сундук там, видите, сундучок какой-то припрятали. Охраняют, то есть пока босс им дал указание к северу от Ридорана охраняй, допустим, там. Сундучок с сокровищами я скоро буду. А, другая часть бандиков пошли эти, караваны грабить. Не караваны, а купцов тут, проезжающие торговцы. Мы ж как-то с вами одним помогали торговцам, проезжающим купцам. Как-то в одной из серий, помните, они просили помощи. Их тоже пытались ограбить. Так, что тут у вас? В принципе, все то же самое. Болты эти. Болты вообще вот ударные. Ну, кто прокачивает, там смотрите. Ребят, то есть, кто прокачивает, арбалет используют против бандюков, мутантов. Я в основном бомбами пользуюсь, вы заметите. Смотрите, какие красоты. Можно с верхотуры полюбоваться. Ну-ка. То есть мы пользуемся, бомбочки кидаем. Можно арбалет прокачивать, он, наверное, тоже потом хороший, мощный становится, если его достаточно прокачать, да? Потому что там, смотрите, ударные болты, составные, всякие разрывные и тому подобное. Поэтому кто как хочет. Но я думаю, все равно как-то бомба более оптимальный вариант. У нее радиус, во-первых, урона. Смотрите, мы ту же танцующую кинули, там сразу всю басоту, блин. Вся басота горит. Там 10 человек в толпу кинул, все, они там загорелись, начинают орать, а ты в это время им шинкуешь, на запчасти их распиливаешь. То есть очень удобно. Так, где мы находимся? Еще знак вопроса ищем. И вот таким образом будем добираться до Ридорана. Вот, видите, наверху еще какой-то знак у нас. И вниз, да, потом. А, не, наверх еще там есть знак вопроса. Вот так вот будем проходить, а как вы хотели? Вы же просили тщательно. Вот вам и тщательно. Так что все вот это вот, может быть, оно не столько увлекательно будет, такие серии, не, ну, не сколько, допустим, так, опустевшее селение, как если сравнивать с сюжетными, но это тоже интересно, кому нравится эта игра, понаблюдать, правильно, зачистку всех этих селений. Так, а где у вас? Тоже бандиты, что ли? Годи, плотва. Тоже, наверное, бандичье, да? Ну да, вон там уже, блин, болтовики, убираем сразу вот этих вот шушек. Блин, да как вас много, эти какие-то мощные, смотри. Это другие, а, ну вот это здесь босс, это босс какой-нибудь. Ух ты, нифига он снял, смотри, это мощный, ребят. По спине мне попал, и все, все у меня там покраснело. У меня убрать его можно. Во, видите, бомба, я же вам говорю. Сразу же загорел, всех спалил. Вон еще два чудака горят. Ух ты, блин, нифига себе, он какой мощный, это защищается. Да, много снимает. Так, ну-ка. Жалкое зрелище. Давай, так, этого, дедуся, давай. А вот это босс, да? Это, наверное, босс их. Босс, по-любому. Оба, оба, оба. Видишь, еще и блокируют. Ух ты. Ну давай, дедуся. Так, тихо, тихо. Оба, блин, нифига, он как резко вынырнул. Так. Так, сейчас я его подловить попытаюсь, ребят.
твою. Так, подождите, подождите. Сейчас подловить. Блять, подловил. Да я его хотел на контратаке, там не на контратаке, а по-другому. Ну, чтобы как бы красивее закончить. Поняли, да? Подловил, да? Выпендривались мы с вами. Дедуся меня зарубил. Давайте, короче, сейчас это. Быстро шантропу положим и вернем должок дедуси. Один на один с ним столкнемся. Без всяких бомб и огня. Всю его шантропу раскидаем. Сейчас я ему верну должок. Я его просто хотел подловить. Когда уже привыкаешь к схваткам, можно различные другие применять варианты боя. Ну так, чтобы интересно было. А то что? Ну тут не так много. Вот, кстати, не так много вариантов. Видите, это надо потом прокачкой будем прокачивать. Кровь и вино, туссен, там дополнительные всякие удары. Так, давайте этих сожгем всех. А дедусю оставим на потом. Да? Где он? Дедуся. Один на один с ним сразимся. Он мощный у них боец, понимаете? Ну-ка, оба, сзади его. Еще, болтовик, болтовика убираем, ребят. Тихо, что-то они размахались, расшелестелись, ты смотри. Сволочь. Так, одного убрали. Отлично, срубили черепунгель. Так, болтовика, болтовика рубим. Быстренько. Так, так, а еще раз. Да, тоже нормально. Так, дедуся, ну с тобой один на один, давай. Без огня, без всего будем работать. Оба. Так, надо его как-то подловить. Ну да, он такой контратак. Вот могли бы как бы добавить помимо вот этого. Да, он с ноги или плечом, видели, да? На контратаке у него однотипная тактика. Два варианта все. То есть, смотрите, два варианта. Вот, нога. Ну да, во, класс. То есть у него всего два варианта. Или же он ногой отпихивает его, или же плечом как бы отталкивает. Можно было бы... Может быть, в прокачке потом? Отпишитесь, если что, ребят, кто знает. Если далее прокачивать, он будет какие-то еще контратаки, дополнительные варианты контратак делать. Вот это мне интересно. Тогда будем прокачивать контратаку, если такое есть. Просто там надо почитать, мне времени... Ну, поковыряться все, во всех этих умениях, там же есть умения, и почитать, что какое умение дает, да? Мы уже по-привычному с вами работаем. Ну, я уже для себя тактику выработал. Но если там есть разнообразие, то, конечно, подключим. Обязательно подключим, чтобы нам разнообразить боевку, да? Ну, и вам, может, интереснее будет смотреть. Ну тут еще раз повторяю, вариантов немного. Я как бы практически однотипно все. Он дерется. Два удара размашистых, быстрые, видели, да? И силовые он тоже с усилием размашисто бьет. Как бы так, с напряжением, да? То есть однотипные такие бои, но еще раз говорю, я не утверждаю. Может быть, в силу прокачки ну, появятся еще варианты, различные боевые там удары. Понимаете, надо просто прокачиваться. Ну мы с вами и прокачиваемся, мы этим и занимаемся. Я мечи практически 5 из 5 делаю, заметили, да? Каждый знак, как только появляется, 5 из 5 мы делаем. Покажи свои товары. Все вот эти ячейки 5 из 5. Так, ну что, погнали нашего... Ох ты, алхимик! Давай-ка крафтом займемся, ребят. Да, частично что-нибудь скрафтим, чтобы время не задерживать. Хотя бы, да? А то, если сейчас я все буду крафтить, это на час. Потому что там много. Видите, сколько бомб, и везде все надо покупать, докупать. Ну, вот, допустим, мастерскую картечь можно скрафтить. Это хорошая вещь, тоже огонь. Тоже огнем. То есть шишки хмеля, да, и негреда. Да, вот, негреда. Это нужна белая чайка. Белая чайка у нас канает, да? Белая чайка вроде где-то была. А может, негреда я так залабаю? Да, негреда так залабаем. И шишки хмеля, да, ему. Так, что-то он тормозит, этот алхимик. Не у каждого алхимика быстро он крафтит, я заметил. Вот у этого алхимика, видели, как-то он долго делал негреда. Там она думала игра. Так, шишки хмеля. Рогалистик. Как он выглядел, эти шишки хмеля. А, вот они, шишки хмеля. Так, да? Все, это у нас... Ну вот, мастерскую картечь. И отличную лунную пыль, да? А, нет, сразу же не хватает опять негреда, да? Ну да, опять негреда. А сейчас придется, наверное, белую чайку еще крафтить.
немного покрафтим, да, там 3-4 бомбы, вот бомбы, и можно масла там еще, может, 1-2, да. О, белая чайка. Смотрите, сколько у нас этих, 12 этих, 5 ржаных, 5 вишневых, да. 5 вишневых, ну, уже не 5, наоборот, 9 вишневых, то риданская какая-то, да, там, по-моему. А, из Мандрагоры, по-моему. Блин, еще для Негреда надо вороний глаз. Ну, ё-моё, ну как так, а? Долго эта вся возня, конечно. Вороний глаз у него тоже есть? Есть, конечно. 11. Да, берем все, короче. Он пригодится, все эти ингредиенты. Потом что-нибудь докрафтим. Так, все скупаем по-быстрому. Так, что-то он думает долго. Что это, блядь, за алхимик тормозной какой-то? Видели, да? Переключает он. Это вот, кстати, от персонажа, нисколько игра, имейте в виду. Потому что это консольная версия, тут тормозить нечего. Это просто он это. Думает, блядь, какой-то этот, думальщик. Я вот обратил внимание, это может только у меня так. Не, вот, смотрите, видишь, как она, ну, то есть, делается, да? Чайка с тормозом с каким-то. То есть у одного быстрого, у другого так. Тут не знаю, с чем это все связано у них. Но не суть, короче, ладно, белая чайка. Видите, да, раз что-то там думает, что там думать, блядь. Ладно. Неважно. Это все-таки консоли, ребят, не компьютер, сами понимаете. На консоли там тоже много недостатков. Тут и косяков видели, да, всякие там, ну, есть много, короче, я тоже замечаю. Просто на это не акцентирую внимание. Но все равно играем, классно, мне нравится все. Игра там, если графика, кто за графикой прям следит, конечно, это надо другое видео вам подключать. Там, где, допустим, с модами какой-нибудь там, знаешь, там, все сейчас модов там много на эту игру. Именно и графических модов, да, там улучшающие текстуры, там освещение дополнительно, да, там по-любому, по-любасу, стопудово. Есть очень много хороших модов, поэтому, наверное, я так думаю, я там не ковырялся пока. Особенно, в основном-то на Nexus все это дело. Я уже говорил. Также и броню можно хорошую установить, да, кто играет на компе. В смысле моды, да, которые ее улучшают и внешний вид, может, там и показатели. Так, вот, отличный саму можем еще сделать. Ладно, все, он какой-то тормозной, этот алхимик, видите, да, он что-то думает долго при крафте. Давайте-ка это, ну, масло можно, конечно, вот, что я не знаю. Везде всего много требуется. Мне это надо как-то за кадром, что ли, время быстро подобрать, заехать, неважно, к какому алхимику, там, к одному, у них однотипные у всех травы, просто посидеть минут 15, да, и все это скрафтить. А то мы так будем постоянно серию тратить, я, видите, да, сколько потратил. Как бы это, да. Все скрафтить уже, все эти отличные масла там, все эти зелья, которые у нас есть, все эти эликсиры. А потом уже выбирать, чем будем пользоваться. Так, ну давай, бедолага, что-то ты как-то... Блин, да, дождь у вас еще, да? Давайте-ка лучше, не люблю я дожди. Давай-ка мы лучше с утреца двинемся. Ну-ка, как погодка? Да что же вы будете делать? Сменяй погоду. Давай еще. До двух часиков стопудово будет все отлично. Великолепно. Вот такая вот мне погода нравится, да, красота. И солнышко вроде не так жарко, там как бы такая с прохладой, с прохладой. И дождик вроде, ну, то есть, тут постоянно ливень, вспомните, ливень у них такая, погода пасмурная, да, в основном. Ну, то есть плохая, не нас. На Скеллиге тоже суровый край. Посмотрим, какая погодка в дополнении «Кровь и вино» в Тусенте, да? Да я уже знаю, какая. Я ж посмотрел, как, что из себя локация. Красота. Ой, ребят, как мне понравилось. Так сказал, да? Не, ну действительно, там красивая такая локация. Просто глянул эту локацию, посмотрел. И погода там шепчет. Типа итальянского курорта какого-то. Ну, наподобие. Мы попали в Сицилию, допустим. Очень там красиво все.
Да, ну нам, конечно, долго еще до этого дополнения с вами. Еще каменные сердца, говорят, интересное дополнение, увлекательнейшее. Так, Сворки, деревня Сворки. Кстати, здесь нас не было, может, квестами разживемся. Смотрите, что там, помогите, я слышал. Не торопись. Ну-ка, ну-ка, что там, помогите. Спасите. Вон, бедола... Они чё? Сюда, к ним идите. А, к ним идите, ну давай, что они тебя трюмят? Сейчас мы раскидаем всю эту шантрапу. Куда вы взяли столько мяса? А тут куча поросей носится. Вот мы одного и зажарили. Хочешь кусочек? Хватит на всех. Да не, что-то вы какие-то подозрительные. Не хочу я вашего мяса. У меня целый супермаркет в рюкзаке своего жареной свинины. Стейков там этих, да, хватает у нас. Тебе же хуже. Кай, отрежь нам еще по кусочку. Нет, не позволю. Зажарили божевку, сволочи. Опять он. Мало ему. В чем дело? Божевку убили и сжарили ее, сволочи. А этот опять за свое. Ничего не поделаешь, придется ему навалять. Кай, Якоб, займитесь-ка им. Ну да, придется ему помочь. На помощь! Ну давай поможем, они у него свинью забрали, видите. Да, как бы, может, у него последний, какой-то нищебродик тоже. Оставьте его. Мы последнюю тебя по доброте любимую поросеночкам зажали, хотели, да, угостить, а ты вот как. Не будет нам приблуда приказывать, бей его. Ну, ребята, зря. Золото дураков квест добавился. Ух ты! Это не просто спасти, смотрите, целый квест там. Ребятки мои родные. Живем. Блин, меня Секировитый забил. Вот, выговорил ее. Мое. Секировитый его. Нифига себе, это первый раз, чтобы я не мог слово выговорить. Я ж скороговорки вообще лобаю, только в путь. И у меня очень, как бы, в этом плане хорошо все складывается. Мне бы книги можно было бы читать, кстати говоря. Было бы... Видите, это же надо профессиональный звук. У меня обычные наушники, с наушника там средненькие обычные наушники идет звук. А если микрофон, все это, да, закупиться надо. Профессиональный звук студийный. Ты представьте, какой будет бас, можно там отрегулировать, красота. Будем вообще, так сказать, книги читать вам с выражением все. Вот это будет красота. То есть там какие-нибудь страшные хорроры, да? Моим голосом читать где-нибудь в читальном зале. Шутка, конечно. Ну хотя, шутка ж не шутка. Ладно, пропускаем. Давай, смотрите, Боженко сожрали, ой, зажарили какую-то свинью последнюю. И добавился квест «Золото дураков», смотрите. Странно, это очень интересный квест. Мы сейчас, может, попробуем, если быстро, выполнить его. Все, ребята, угомоните сейчас. Секировитому не дамся. Мы тебя по доброте поросеночкам хотели угостить, а ты вот как? Поросеночкам, так вы лишили последнего поросеночка любимого местного селянина. Может быть, он все-таки как-то относился к этому поросенку очень уж трепетно, а вы его взяли и зажарили. Поэтому я вас сейчас накажу за это дело. Мне нравится, как Гера говорит. И как вы, блядь, не научитесь, да? Слышите? Слышали? Смотри, этот селянин там что-то рукой машет. Давай, типа, Гера, да, руби их. За Боженку отомсти. Опа, красиво. Блин, опять сикоровитый, что-то разбушевался. Как бы он меня не зарубил по новой. Не, я ему в этот раз не дам. Так, ну что, рассказывай, местный. Что там случилось? Что с Боженкой? И вообще, что золото дураков у меня добавилось? Ты мне хочешь предложить золото найти? Где-то. Все в порядке. Слушай. Ну да. Но Боженка-то, божечки, не сжарили ее. Ты, должно быть, очень любил эту свинку. Кто ты такой? Я Геральт из Ривии. А я Йонтек из... Ну, оттуда-во. Да, откуда-во. Ты один живешь в этой деревеньке? Так все по домам. И Флап, и Хагель, и Бебон. А я только Клауса и Игоря не видал.
А это кто такие? Игорь тот полудурок, он еще траву ел. А Клаус, это ж староста, каждый Клауса знает. А где они, не знаю. Видно, забрали их свинские чары. Чё за чары? Эти свиньи заколдованы? Точно! Сам посмотри. Вот оно что, к свиньям, блин. То есть заколдованы. Ладно, взгляну я на твоих поросят. Вот. Слушайте, местных жителей заколдовали, да, я так понял там. Он не может найти там этих своих друзей. Боженку зажарили, не сколько свинью, я подумал, типа его любимую свинью там породистую какую-нибудь зажарили, знаете. А на самом-то деле это, может быть, жена его, Боженка. Превратили вначале, может, какой-то местный колдун там, да? Ну, допустим, там, где-то недалеко, раз квест добавился. Ух ты, а это интересное задание, я думаю, будет, нас ждет, увлекательное, да? Такой сюжет интересный. Зажарили свиней, то есть превратили людей, местных деревенских жителей в свиней, да, обратил, ну, то есть заколдовали их. Осмотреть свиней в деревне Сворки, используя ведьмачье чутье. Давайте-ка, раз, если недалеко, наверное, выполним квест, а потом в деревню Ридоран поедем. Ну, то есть поместье Ридоран, я думаю, может, рядом все. Видите, когда вроде как отправлялись в одно место, а тут еще, пожалуйста, квест. Просто мне думается, что этот сюжет такой будет веселый, увлекательный. Да? Как-то все интригующе вначале начинается. Местных жителей превратили в свиней. Кто это сделал? Что за колдун? Или, может быть, этот сам вот, да? Почему он один остался? Тоже подозрительный какой-то товарищ. Может быть, он нашел там заклинание. А вот, смотрите, свинья. Вроде нормальная свинья. Медальон сходит с ума. А он так был прав, она заколдована. Медальон сходит с ума, он говорит. Медальон-то на такие вещи реагирует, да, у него. Без, да, сомнения, это магия. Как бы, без сомнения, магия. Я к чему веду? Квест, да, называется «Золото без дураков». Без сомнения, это магия. Может быть, Йонты где-то нашел клад колдуна, да, местного, и прочитал ненужное заклинание, или использовал как-то какие-то предметы ритуальные, и местные жители превратились в свиней. Сейчас умалчивает, правду нам не говорит. Поэтому давайте, наверное, этот квест все-таки сейчас попробуем с вами выполнить. Тем более, если тут все рядом, где-то в этой деревне надо, как бы... Давай расскажем ему, скажем, что это колдовство. Похоже, свиньи и правда заколдованные. Да. Так. Тут бы Трис пригодилась. Чары. Она же может расколдовать. Их помните, мы одного купца? То есть эти поросята заколдованные люди. Так, да? А ты, да, что, видите? Помоги. То есть Триста нам помогала уже расколдовать одного купца в Новиграде. Как эти люди превратились в свиней? Так чар же! Я дал Игорю ключ, а он собрал всех, а они и пошли. Куда пошли? Какой еще ключ? Какой Игорь? Ну этот, вот. Ох, нифига себе, там ключ. Ключ! Помните сказку детскую, там «Королевство кривых зеркал»? Ключ! Откуда он когда ключ? Там охранник все время требовал. Вот такой же ключ он требовал, огромных размеров. А он сказал людям, чтобы все пошли. Да куда пошли? Что ты кудактаешь как непонятными вещами? Тоже какой-то странный этот Йонтек. Дом вепря. Ну-ка поближе на этот дом вепря. Да, где он? Ну там, за горочкой. Видите, да, он как-то говорит подозрительно. Очень уж подозрительно. Я найду. Может, то, что он просто местный, я зря, конечно, его так прям подозреваю, просто, ну, не хватает у него немного тяму, да, поэтому он так и общается. Даже местный, тут чем они живут? Скот у них в основном, да, и, естественно, он так подробно не может, просто у него не хватает нам слов подобрать, да, как объяснить, куда двигаться. Золото дураков, видите, и там дом Ридоранов наверху. Ой, внизу, чуть ниже. А наверху вот два знака вопроса. Вот мы, наверное, заедем, два знака вопроса зачистим. И там уже по дороге, прям по центральной, двинемся, дом вепря найдем. То есть выполним этот квест и по пути заедем в дом Ридоранов. Они два рядом. То есть трех зайцев убьем.
одного жальницу выполнили, еще два зайца сразу, три квеста, да? Я думаю, так будет лучше. Быстрее. Сразу пачками будем выполнять квест. Не по одному, да, тем более это дополнительный, по два, по три. Ну, там будем ориентироваться, где, где какие точки, если рядом находятся. Так, здесь, кстати, нас еще не было, ребят, имейте в виду, в этих местах я еще не катались мы с вами, по-моему. Допустим, вот этого домика я точно не припомню. Дороги, да? Так, слушайте, а там что-то интересно, какие-то шевеления надо заделать. Ну и вонь, говоришь, где-то мутанты, утопцы, что ли? А, да, вон там утопцы, а здесь кто у нас? Ух ты, бандюка, мародер, наверное, местных жителей порубил там, да? Ограбил. Ну выходи, чё ты? Ну он что-то не хочет выходить, а я зайти не могу. Из-за того, что он на проходе встал, давай тогда его сжигать, он... Гера не хочет зайти, видите? Потому что он там на проходе, какая-то дурилка встала, бля. Ну давай, там отойди в сторону, разберемся. Или сам выползай. Ну, он сыт выползать. Видит, какой клинок мощный. Чего он там со своей колотушкой с этой? Тогда придется сжигать его. Зажарим просто. И все как на шашлык. Да, все, сгорел. Стрел, он местных селян ограбил. Не угомонился. А, ну все, нормально. Да, сейчас я не пройду сюда из-за него. А, ну вон, нормально. Стрика, он целую семью вырезал. Ах ты ж сволочь, не зря я заехал. Ну, естественно, уже тут никому ничем не помочь, да. Он вообще пригвоздил клинком хозяина дома, да. И его семью зарубил. Вот сволочь такая. Вареник, из-за вареника. Видели, да, там в шкатулке вареник. Всю семью зарубил. Ну, мародер в трусах. Такие вот случайные события всегда можно пропускать, когда быстрыми перемещениями. Понимаете, в чем разница, когда изучаешь мир и когда... Ай, ладно, короче, это мы уже много раз говорили. Да я просто думаю, что бы вам такое интересное рассказать. Уже не по поводу пока Ведьмака, все равно двигаемся, что-нибудь. Ну, байку я не буду, по Ведьмаках мы байки не травим, да? А вон стрим, Мишка гуляет тоже. Мишка там, медведь огромный, да? А, ну вон еще лагерек, это знак вопроса, опять бандитов. Как много бандитов, ты глянь, ребят. Можно навык подымать, то есть на этих бандитах тренироваться. На начальной стадии, мы-то уже за 20, но кто будет начинать игру, имейте в виду. В самом начале прямо вот так вот катайтесь по Велину и крушите всех этих бандитов, первых опыт подымайте. Ну и тренируйтесь заодно, кто, ну, то есть начинает только играть эту игру, если там понравилось, допустим, решил запустить, да. Будете тренироваться, типа, всем боевым схваткам, да, руку набивать на вот этих вот бандитов. Так, что-то их как-то много опять. Давайте разбираться с этими вначале. Так, спрятанное сокровище. Хорошо, будем иметь в виду. А ты куда пошел? Кого он там увидел? Не туда куда-то он пошел. А вон щитовик. Щитовиком надо странно, аккуратно. Блин, у меня... Да что ж ты, только про щитовик. Вот так вот повышение уровня сложности у нас стоит. Поняли, да, мои дорогие? Это о чем говорит? Они низкоуровневые, но именно этот пункт, повышающий сложность противника, независимо от вашего уровня, чтобы вам жизнь малиной не казалась и всегда было сложно воевать. С одного удара просто взял и срубил все мои жизни, блин. Видели, да, этот щитовик, босс, чтобы жизнь малиной не казалась, имейте в виду. Это, кстати, хорошо они придумали. А то просто может быть, допустим, у вас 40 уровень, 30, да, а вы с бандитом 6 уровня, он, естественно, для вас это вообще ни о чем. Поэтому они так сделали, специально сделали, дабы противник посильнее был. Поняли, да? Опа, щитовик, но мы все равно сильнее всех этих щитовиков.
Да, у Геры-то нет щита. Опять же, в Скайримчике-то есть щит, да, ребят? Там можно. И от первого лица. Нехорошо. Слушайте, а на Ведьмак, интересно, есть мод от первого лица? Но это навряд ли получится сделать мод, да? От первого лица можно вообще? Может, кто-нибудь там постарался, так сказать, приложил усилия к этому, да, сделал от первого лица? Как посмотреть бы, как это все выглядит, да? Если качественно все это сделал, то я бы поиграл бы, да? Но на консоли не получится. Жалко, что нельзя как-то моды внедрять, да? Я уже настолько привык все игры проходить с различными модификациями. Все это началось со Сталкера. Потом Fallout, Skyrim, Oblivion. Вот эти вот игры нас приучили к модификациям на другие игры, да, практически всегда смотришь. Есть что-нибудь такое стоящее, да? Если есть, то, конечно, по возможности отвлекаешь. Нам бы бочонок этот взорвать, да и все. Так, еще один мы зачистили с вами этот, да? Блин, у меня же еще Arma 3 висит. Ёпарас, зачем я ее покупал, блядь, со всеми дополнениями? Я даже в нее не играл, ребят. Купил игру, да, еще в то время, когда она, ну, короче, давно. Тоже там вам обещал, что на Arma 3-то же можно кучу модов поставить там. Очень интересных. Она, я ее даже сам не проходил, не играл толком. Просто купил, вам показал там в обзорах. И помните, да? Пару серий снял, пару квестов мы выполнили. Не квестов, а заданий. Там акваланг задание, помните, да? Акваланг есть. Это в первом обзоре. Смотрите, кому интересно. Ну, есть плейлист. Вот, и все. И сам даже не играл. Представьте, вот вы, а вы говорите. Мне даже, блядь, самому не хватает времени поиграть в игру. Купил игру и сам даже не смотрел, не играл. А игра-то класс, бомба. Согласитесь, Arma 3 вообще бомба. Учитывая еще там все эти модификации на нее. И сам толком не поиграл. Что-то я не знаю, почему я вспомнил сейчас о ней. Как-то мне пришло на ум. Надо же тоже как-то, может, ее запустить, что ли, да? Вам дальше показывать. Что я там одну миссию только показал? Ну, в смысле, что вам показывать? Вы-то все в курсе уже за эту игру. Ну, я имею в виду, все равно ж интересно, наверное, кому-то было бы посмотреть, да? Как, допустим, мы будем изучать там, потренироваться. Там это военный, получается, симулятор. Настоящий военный симулятор. Серьезный такой подход у разработчиков в данной игре. Очень серьезный. Так, смотрите, ладно, это потом будем с вами комментировать. Давайте тут какой-то знак вопроса. Тоже, наверное, сокровищ много наберем. И уже поедем дом вепри искать. Да, нам надо найти... Так, прах мне не нужен, наверное, ваш прах. Найти дом вепря. А что же это за колдун такой, заклинание, да? Заколдовал их в свиней. Они, видимо, сделали какое-то проклятие на себя. Вся деревня получила, да? Так, а как пройти сюда? Ключ где-то найти, наверное, в сундуке я не нашел. Ну-ка, давайте посмотрим. То есть проклятие, да? Разозлили там колдуна, волшебника. Он решил, а достали меня эти местные селяне. Наложу-ка я на них. Так, еще один гуль. Наложу-ка я на них проклятие. И наложил просто на все селение, заколдовал их. Превратил в свиней Боженку и ее братьев там, или я не знаю. А Йонок этот, не знаю, ну, то есть, может, прислужник этого колдуна, да? У него ключ такой достал, на, держал, ключ мне от дома вепря отдал. Там ключ огромных размеров, видели, да, какой он достал? Как в том фильме «Королевство кривых зеркал». Помните советское кино для детей? Ключ! Когда он приезжал, этот... ну, то есть, там, брату своему... Он не брату помочь, а... Это... А, ну да, или брату, да, он, по-моему, помочь там.
Ну, такое, короче, советский фильм. Детям понравится, даже, по-моему, сейчас. Если вот дети, ребенок будет смотреть, там, лет 10 его, да, мне кажется, ему и сейчас понравится это кино. Хоть он и старый фильм. Да и вообще советских фильмов много хороших, детских, я имею в виду. Там про комедии я не говорю. Комедия — это вообще, ну, то есть, это уже там легендарные все, известные. Но я имею в виду вот эти вот все детские, вспоминайте, какие там, как его там, «Приключения электроника», да, там вообще дети сейчас, наверное, вот сегодняшнюю молодежь взять, допустим, там, по сколько, по 10 лет, да, ему по-любому этот фильм, если включить, вот он не смотрел, да, ему там, в основном современный, там, смотрит фантастику, там, вот эти вот. А, вот, смотрите, «Ключ от сундука с сокровищами» и «Смятая записка», читая. А, пришли солдаты, нашли чужие, не знаю, уже не важно. Так, я услышал, как они едут по большаку, в подвал она не может и не заглянуть. Всю ночь они убивали и насиловали, я слышал, не знаю, удалось ли еще немного кому спрятаться, может и никому. Я никогда не... я когда на минутку приоткрыл дверь, видел, как они вытащили Антося. Тот спрятался в поле, в стогу сена, под которым я закопал свои вещи, его забили цепом. Потом услышали, что я внутри, я им не открыл. Думал, меня сожгут живьем, как те, что спрятались в амбаре, но они только захлопнули дверь. Чтобы тебе, подлые, подыхать пожелали. Потом сели на коне, теперь все тихо, слышно только мух, которые слетелись на трупы. Я попробовал вывести дверь, подкопаться не выходит. Слышно, как пришли люди, чтобы грабить тела, уже не знаю, чего там брать. Должно быть и рубахи, и портянки. Я звал на помощь, но не ответили. За ними, наверное, придут только гули. Понятно, в стоге сена, да, где-то спрятал. Из огня в полымя квест добавился. Но это надо спрятанное сокровище найти. Правильно же? Да, неудобно мне с дивана тут читать. Надо поближе подтянуться потом. Там это не видно просто. Как бы надо напрягать зрение. Так, что я рассказывал? А, ну вот, смотрите, вот этим детям включить сейчас, вот 10 лет там, я не знаю, почему именно 10 лет, но не суть, короче говоря. Да, вот «Приключения электроникам», кто не смотрит, сейчас в основном молодежь все вот эти смотрят, да, это как бы иностранные все. Ну, как бы, даже не то, что детские фильмы, всякие там сказки, а или мультики там, экшены. Такие, да, всякие разные, про суперменов. А вот включить «Приключения электроника», я уверен, даю вам 100% гарантию. Там независимо, совдепия, не совдепия, а по-любому понравится фильм. Потом, смотрите, там какие еще фильмы были. Очень даже хорошие. Там, допустим, детские. Так, вот-вот, сундук смелости. Сокровищ. Кираса из Макдейры. Ну, у нас канает такая. Ну, в смысле, не то, что мы пробовали уже, да? Мы такую уже находили. Да ну, какая там нафиг кираса из Макдейры, когда у тебя броня школы кота? Мы сейчас еще улучшение воткнем. К ней она вообще преобразится. Будет красивая и еще и качественная. Все, ребят, мы задержались. Ищем дом вепря. Отправляемся на поиски колдуна, наверное, да? Кто ж там проклятие наложил? Интересно узнать. Да, где моя красавица? Иди сюда, моя дорогая. Без лошадки уже никак не могу, да? Двинулись. Отдохни. Так. Сразу, наверное, давайте-ка включим, чтобы нам двигаться правильно. Где это? Вот, золото дураков. Сколько нам двигаться? Все рядом. Видите, и дом ридоранов там внизу. Как раз убьем двух зайцев. Вон дом ридоранов. И сколько знаков вопроса еще там впереди. Мама, не горюй. Видели, да?